Всем привет, дорогие друзья! Сегодня и сейчас я нахожусь в аэропорту Гази Паша, и я приехала встречать свою подругу из Норвегии. Самолет прилетает из Стамбула, в Гази Пашу. Она прилетела с пересадкой, с двумя детишками, кстати, кто боится летать с детьми. Осло, Стамбул и далее Стамбул, Гази Паша. Приехала я ее встречать на такси. В конце этого видео я назову вам цену, за сколько нас довезли, и в описании оставлю телефон водителя. Услугами этого таксиста мы пользуемся уже, ну, наверное, года 4, поэтому, кого заинтересует, обязательно пользуйтесь услугами, потому что очень порядочный таксист, приезжает вовремя, все довозит до места, очень нам нравится. В описании оставлю его телефон и контактные данные. Ну, а я иду встречать своих друзей, подругу, точнее, с маленькими детишками, не видела их целый год. И я надеюсь, что я не опоздала. Пока я их жду, я думаю, что они забирают багаж, я не опоздала. Ну, а из аэропорта Гази Паша вы можете доехать, конечно же, на трансфере или на сервисе Хаваш. Вот он сзади меня находится. Можете доехать до центра города. Стоит он 18 лир, но, к сожалению, не довозит ни до отеля, ни до дома. Или можете заказать индивидуальный трансфер, или как мы приехали на такси. Слышите, как шумят самолеты? Скоро, кстати, мы полетим в Баку, но мы полетим из Анталии. Я очень-очень люблю летать на самолетах. Здесь очень много встречающих с разных трансферных компаний. Ну, а я жду, когда же они уже выйдут. На такси, кстати, было ехать очень удобно, быстро, комфортно и недорого. Давай, я туда не могу зайти. А вот и Лена с чемоданами. Алекс! Алекс! Привет! Смотри, это кто? Привет! Камила! Быстрей! Угу. Дай мы хоть обнимемся! Смотри, я даже вас снимаю, как доехали. Мы уже приехали в отель. Алекс, смотри, ты рад тетю Настю увидеть? Твой чемодан не переживал, он не забрал чемодан. Камила, иди сюда. Что Камила, ты смотри, уже спишь? Устала уже? Устала? Да? Ну, сейчас пойдешь. Может, хочешь? Да? Алекс, ну иди тетю Настю обними так хоть. Иди обними тетю Настю. Иди, ты же обними. Ой, дорогой мой, как доехал. Хорошо? Хорошо доехал? Он спит еще. В общем, мы приехали в гостиницу. Стоимость этой гостиницы 300 евро на 3 недели. И сейчас мы посмотрим комнату, как же выглядит апарт-отель в Алании. Я вам все покажу, пока Лена здесь мне не разбомбила комнату. Пойдем сейчас наверх и посмотрим. Ну что, многие из вас хотели увидеть, как выглядит апарт-отель в Турции. Вот здесь вот у нас вход. Лена встречает нас на входе. Нет, но это еще не наш, завтра будет еще другой. Да. Ну, в общем, все они выглядят примерно вот так. Вот гостиная с кухней. Здесь есть вот такое вот зеркало. Что сначала есть? Покажу вам ванну и туалет. Вот такая вот небольшая ванна. Ну, в принципе, слушай, ну, в принципе, чистенько здесь так хорошо. Туалет, душ, новая плитка здесь, кстати, очень даже прилично. Очень прилично. Вот так вот выглядит комната. Комната с кроватями. Спальня. Слушай, коридор есть. Работает, потому что жарко. Посмотри. Вот такое вот зеркало, стульчик. Работает. Есть шкафчик. Алекс, как тебе нравится? Хорошо? Да? Да? Сейчас просто кушать хочешь. Кушать? Ну ладно. Все, я машину.
Вот такой вот здесь шкафчик у нас есть. Что тут у нас? Подушки, одеяло, вешалки, еще вешалки, есть сейф. Ну, в принципе, все в таком хорошем состоянии. Ничего не ободрано. Ничего не ободрано, все очень даже прилично. Никаких подтеков на столах. Меня приятно удивило. Только двери, конечно, старые, но это не проблема. Ну и гостиная выглядит вот так. Диванчик, кресло, есть телевизор, зеркало и небольшая кухонька. А где Камила? Камила, ты где? Иди сюда. Кухонька, есть холодильник, есть плитка, все необходимое. Все необходимое. Тарелки, чашки. Что у нас здесь есть? Посуда. Смотри, всякое разное есть. Ложки, вилки. Кастрюль. Кастрюль я, правда, не увидела. Кастрюли есть у нас? А, есть кастрюли, чайник. В общем, все очень хорошее, чистое, кстати. Прям я приятно удивлена. И давайте посмотрим, что у нас на балконе. Алекс, ты что там делаешь? И вот так вот выглядит балкон. Алекс, ты что там делаешь? Не слезь! Аккуратно! Алекс, слезай! 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 В общем, балкон выглядит вот так вот. Аккуратно только. Так, друзья, не перевешиваемся через балкон. Давайте это самое. В общем, я вам все показала. Тут мелкие начинают перевешиваться через балкон. Я закругляюсь. Я так не могу, пожалуйста, пожалуйста. Ничего себе. И тебя. Борода есть, если тебе да. Так есть такая песня. Куда? Уйду куда-нибудь. Вот такой вот разговорчивый официант у нас. А ты такой. А где вы русский выучили? А где вы русский выучили? Да. А где вы? В России. Я тут в России выучил. Где? Дома? В школе? Откуда? Из дома до школы? Учу на улице. На улице. Я не уличный человек, но так учу. Я учусь в Нижнем Новгороде. Ну классно. Поэтому я тоже такой умный красавчик, хороший. Выключи камеру. Умный красавчик. В России говорят так, где? Так говорят. Лучше поздно, чем никогда. Ага. А что? Я ничего. Что? Ничего. Завтра на YouTube вы можете себя смотреть. Я вам визитку дам, найдете. Но стирать ничего не буду. Удалите, пожалуйста. Вот это? Это апельсинчик. Да. Алекс, на хлебушек. Если а его, а их где? Никто не украдет, вот это твое. Вот это шаурма, вот это так вот, вместо, между хлебом. Вот а это для него, для него. Высок, столько. Ну, просто я заказала... А! Я сейчас принесу. Это он пошутил? Да. Ты бы видела свое лицо. Да что такое? Так, ну что, пробуй, вкусно? Первое блюдо в Турции. Алекс, вкусно? Да? Так, а вот тебе шаурма. Тут вот то, что ты хотел как раз. На, это тебе. Тебе открыть? Рис тоже у меня будет ждать и салат. Она давай, мне, кушай. Ты хотел? А, маленькая же. Камила. 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 За мясо. Сергей, очень приятно, Камила. Крошечка, Камила. Камила. Сергей, очень приятно, Камила. Это я. На. Подожди, я тебе кушу хлеб, чувак. Я правду иду. Может, она шантажирует. Да ты что мне шантажит чем? Как тебя зовут? Алекс или Александр или Саша?
Алекс. Алекс. Он норвежский мальчик. А она норвежская девочка. Поэтому они такие умные. Они из Норвегии. Ты хочешь? А ваш муж откуда? Мой муж из Турции. Из Турции. Это не мои дети, это дети Лены. Это мои дети. Блин, это твои что ли? Да. И этот ее тоже. А у них папа из Швеции. Ага. Хочешь мяско укусить, Алекс? Я хочу, но не хорошо, не дашь. Нет, давай укуси этим. Да, давай укуси лучше. Алекс, давай кушай. Молодец. Да? На, кусай. Хорошо кусай. Ну что, вкусно? Еще мне в подарок привезли всякие разные вкусняшечки. Подарок? Подарок. Но для кого вкусняшечки, а кому скажи в Норвегии, что я везу подружки в Турцию? Слушай, да норвежцы сами, когда сюда едут, везут вот это. Короче, это паштет куриный, самый вкусный паштет в мире. Это у нас что? Это тоже у нас. Нет, подожди, это куриный паштет из чего? Нет. Ну, левер это у нас печень. Печёночный паштет, а печень чья? Блин, я не посмотрела. Короче, паштет это очень вкусный. И я думаю, что многие из вас не знают, что это такое. Но это просто обалденные сосиски. Называются они виннер. Как они по-немецки это называются? Венские сосиски. А, венские сосиски, норвежские, виннер пёльсен. Это просто обалдение. В общем, я тут с паштетиком и с сосисочками и больше ничего. На ночь глядя. А я сейчас заточу одну штуку. В общем, вкуснятина. Мы поели. А теперь спать. Теперь спать. В общем, первый вечер в Алании удался. Если вы хотите следить за приключениями Лены и мелких в Алании, обязательно подписывайтесь на канал. Камила, скажи хай. Хай. Мы вам все покажем, расскажем. Ну а на сегодня все, пойдем, нет, всем нет, всего нет, хорошего. Нет, пока-пока. Пойдем, ну кто пойдем. Скажет пока? Пока. Алекс, скажи пока. Камила, скажи пока. Пока.